Серийные грабители предстанут перед судом. Все трое уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, связанные к тому же родственными узами. Специализировались на кражах дорогих мобильных телефонов. По версии следствия, всего за месяц лихие родственники совершили с десяток грабежей. В салоны магазина приходили под видом покупателей, спокойно рассматривали товар на витрине. Потом резко вырывали со стенда приглянувшийся гаджет и убегали. Все происходило так стремительно, что продавцы не сразу успевали среагировать. Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска не дали налетчикам долго гулять на свободе. Теперь им грозит до 12 лет колонии. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Всего участниками организованной преступной группы совершено 7 грабежей из магазинов сотовой связи, в результате которых похищены мобильные телефоны на общую сумму свыше 350 тысяч рублей. Кроме того, организатор группы единолично совершил еще 3 грабежа, похитив мобильные телефоны на сумму свыше 120 тысяч рублей.